Добрый день, дорогие друзья. Ссылочка на плейлист в описании со всеми сериями. Сегодня мы играем за великого Кун Лао. Так, поехали. Что умеет Кун Лао? Телепорт. Вот с таким вот комбо прям. На 46%. Очень крутой бросок. Этот удар особый в воздухе ногой. Даже если он отпрыгивает назад, он может ударить вперед. Вот так вот. И у него вот очень крутой захват. О, прикольно. Так, фаталочки. Фаталочки, тихо. Классическая фаталити Кун Лао. Из второй части, по-моему, да? Да, с этой комбинацией запутаешься на самом деле. Так, вперед, вперед, вперед. Лоу-кик, да? И такое фаталити было во второй части, да. О, ну этому, конечно, фаталити не сделаешь. А почему он разговаривает как робот? Ух ты. Повезло. Он мог бы меня убить. Ну, попался на комбо. Вот это плохо. Да ладно. Сайрекс хорош, согласен. О! Это уже, по-моему, остров Шансунга, не? Или мне кажется? А еще уже он крутиться может, точно. Да. Да-да-да. Еще фаталка. YB вниз. Я уверен, тут тоже будет стейдж фаталити. Опа. YB вниз. Но оно что-то не работает. Стейдж проверим. Во-во-во, тише. Да, и тут есть стейдж. И гром еще, смотрите, мелькает. О, комбо сбили. Точнее, я себе его сбил сам. Интересно, почему не получается? Ран блок вниз. Далеко написано. Может, очень далеко? Жестко. Анималити теперь посмотреть надо. Это комбо, оно... Иногда оно сбивается. Такое бывает. Иногда комбо это сбивается. Так, анималити. Y, блок. Это кто, леопард? Вроде леопард.
Фрэншип посмотрим. Хорош. А, так а мы не посмотрели. Кнопки Y2, Y4. Ну, YA, YC, короче, я понял. Прикольно. Fight. Тихо. Рептилий опасен. Опасен. И блок отпустил ночной волк. Хорош. А, смотри, что творит. Давай другой левел. О, здесь точно стоящий. Вот 100% будет работать. У, выкинул. Красиво? Иди сюда. Он даже не знает... Погоди, музыка из МКХ. Да. Музыка реально оттуда. И нет стейджа, да ну, что? Тут нет стейдж фаталити, быть такого не может. Может быть, бег надо зажать. Я не верю. Да брось. Не может быть, чтобы здесь не было стейдж фаталити. Нет, его здесь нет, представляете? Вот это обидно. Ладно. Ну здесь-то, здесь-то, это же, ну... Ага. Даже Рейден из второй части. Здесь 100 000 000% должен быть. Stage Fatality. Потому что такое было во второй части. Хотя я тоже думал, что на предыдущей арене оно будет. И его не было. Но тут-то, конечно, есть. Вот оно. Опять Рейден? Серьезно? Реванша, что ли? Так, а если... Ага. А, это фаталка вот с броском шапки. Она делается, оказывается, на любом расстоянии. Вот это неожиданно. О, я знаю, что это за... Я знаю, что это за локация. Нормально отомстил. Это... Локация еще в первой части была. Это... Дом Гору. О, Рейка из Mortal Kombat 4, да? Нормально, чисто ближний бой такой. Есть у шипы? Есть. И они тут тоже есть, оказывается. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все.
Всем спасибо за просмотр и всем пока.